Яндекс такси не угодило. Ты-то не выставляй никуда, не надо. В Краснотуринске в одном из тихих двориков аборигены запеленговали Яндекс таксишку на базе белой Лады, у которой были разнесены все стекла, кроме лобовухи. Водителя ни внутри, ни рядом не оказалось, видимо, убежал писать заяву, так что о причинах стеклобойства сторонние наблюдатели узнать не смогли. А гадать – это не наш стиль. Просто голый факт. Лирическая зарисовка. Кто-то расфигачил стекла Яндекс.Такси. А кто это был? Недовольный клиент или неадекватный пешеход? Сие, наверное, установит следствие. А местным жителям какое-никакое, а развлечение. С интригой. Краснотуринске. Где водитель?